Приветствую вас. Мне кажется, что первое, на что вам нужно обратить внимание, это именно на то, какой вы были, когда, собственно, начинали встречаться, когда, собственно, вы, ну, стали быть вместе. Вот, мне кажется, что это очень важный момент, потому что вас что-то объединило, а вы как-то, ну, привязались к человеку, и мне кажется, что это очень важно. Понять, что вас связывает, что вас объединяет, почему вы были вместе, что-то же привлекло вас к нему, его к вам. Вот. Поэтому первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это именно на вот ту историю, да, именно на ту историю. Значит, когда вы стали, собственно, встречаться? Какая вы были тогда? Какой он был? Или каким он был тогда? Вот. А какой вы стали, когда... Ну, когда были вместе, когда стали быть вместе, какой вы стали? Что с вами произошло? Какие изменения были, да? Дальше. А из-за чего вы расстались? Это вот следующий момент, да? Из-за чего вы расстались? Или, иными словами, а почему вы расстались? Это вот тоже очень важный момент, почему вы расстались, да? Как вы восприняли то, что расстались? То есть, как вы отнеслись к тому, что вы расстались? Ведь совершенно очевидно, что, ну вот, судя по тому, как вы отреагировали, да, вы потеряли что-то очень для себя важное и значимое с уходом этого человека. Вот, соответственно, и нужно понять, что именно вы потеряли. Почему вы хотите сейчас его вернуть? Для чего вы хотите сейчас его вернуть? Вот. Что вам нужно от него? Вот. Соответственно. Понимаете, да? Понимаете, да, какая история? Вот. Вот это необходимо. Дальше. Вы переживаете, вы плачете, не можете его забыть. Что именно вы не можете забыть? Он ли вам, получается, нужен, а для чего он вам нужен? Чтобы что он вам нужен? Вот. То есть это, ну, на самом деле, такие очень важные моменты, вот, которые мне... кажется, необходимо прояснить, да? И чтобы вам либо забыть его, кстати, забыть невозможно, да, можно только поменять ну, свое отношение к нему. Вот, забыть нельзя, ну, потому что это воспоминания, они уже как бы ваши. Они уже ваши воспоминания. Поэтому забыть не получится.
Но можно, значит, изменить свое отношение к этому, извлечь опыт и посмотреть, что именно вы сделали не так, допустим. Это первое. А второе, значит, если вы хотите его вернуть, к примеру, то в принципе, вас вас можно понять, почему вы хотите его вернуть. Но совершенно очевидно, что сейчас, да, вот сейчас, к такой вам, какая вы есть на данный момент, вы вряд ли можете рассчитывать на успех на самом деле. Вот. Потому что человек, он вряд ли вернется к той, кто страдает. Потому что уважение к вам, ну, будет меньше гораздо. Вот. Поэтому это, пожалуйста, учитывайте. Этот аспект учитывайте. Да, если вы хотите его вернуть, то обязательно нужно посмотреть, для чего вы хотите его вернуть и что вы будете делать, если он не вернется. Но самое главное, конечно, это то, почему вы переживаете так сильно. То есть по какому поводу вы переживаете так сильно. То, что у этого есть причины, у этого основания, это совершенно точно. Но основания нужно выяснить. Вот, основания нужно понять. Тогда можно будет уже подкорректировать ваше поведение. Вот. Оптимально для вас будет сейчас через силу, да, пусть и через силу, но заняться чем-то для себя, пусть и через силу, но получать новые впечатления, пусть и через силу, но что-то делать, и показывать ему, что вы, в общем-то, живете дальше. И если у человека, если у человека есть к вам чувства какие-то, то он обязательно даст вам знать. Вот. Еще раз повторю, без выяснения причин, по которым вы расстались, без выяснения причин именно, по которым вы расстались, и без выработки адекватного отношения к ним, к этим причинам, из-за которых вы расстались, ну, вряд ли ваши отношения возможны, потому что если даже вы сойдете, то все равно проблема, из-за которой вы изначально расстались, да, которая изначально стала камнем преткновения, она все равно никуда не денется, она все равно никуда не уйдет. Вот. Поэтому оптимально будет, если вы все-таки именно разберетесь с этой историей, оптимально, если вы все-таки поработаете на эту тему, и оптимально, если вы решите все-таки, ну, либо измените свое отношение к ситуации, вот, либо понять, что человек, да, попросту говоря, не ваш. Вот. Ну, такое, кстати, тоже вполне может быть. Вот. Ну вот, в принципе, примерно так можно вам и ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Тут опять же, такие есть вот причины, да, ну, такие, как правило, люди не могут пережить расставание, когда партнер был единственным смыслом жизни
для человека. Ну, то есть, ваш мужчина, да, был единственным смыслом жизни, допустим, к примеру. Вот. Кроме него, смысла жизни у вас, ну, по сути, больше нет. Здесь нужно искать личностный смысл. Ваш. Ну, именно вам нужно искать свой личностный смысл. Это если вот дело именно в этом. Да? Значит, если история в другом кроется, то есть если дело, например, все, допустим, в том, к примеру, что вы боитесь одиночества, например, то здесь нужно корректировать ваши отношения к себе. Ибо, скорее всего, что-то вы в себе не принимаете. Вот. И человек, ваш партнер, нужен вам именно для того, чтобы компенсировать это, то, что вы в себе не принимаете, к примеру. Возможно, и такая причина, значит, согласно которой вы просто чувствуете себя недостаточно значимым, то есть вы чувствуете себя никем. Этот молодой человек нужен вам для того, чтобы иметь статус определенное значение, определенный вес. Ну и, наконец, вы нуждаетесь в том, что вас кто-то любил. То есть вот подобные причины, да, подобные причины и подобные аспекты, как правило, являются главными, что мотивирует человека вот так страдать, переживать и так далее. Значит, поработав с вами, побеседовав и определив, собственно, первоначальную причину этого, вот, с этим уже можно будет, во-первых, работать, то есть, ну, именно работать можно будет с этим. А во-вторых, это уже можно будет скорректировать так, чтобы вам это больше не мешало. Никоим образом, никак. Так что обращайтесь, в целом очень похоже на любовную зависимость от партнера. Любовная зависимость возникает, когда с одной стороны человек идеализирует, а с другой стороны, например, думает, что кроме него, да, вот больше ни с кем быть возможности не будет. Что, конечно, является неправдой, что, конечно, является, ну, что естественно является неправдой, потому что, ну, вы в любом случае будете с кем-то, вы в любом случае найдете себе кого-то, вы в любом случае будете с кем-то, то есть ни в коем случае вы не будете одна. Вот. Другой вопрос, другая история заключается в том, что вы сейчас, вот на данный момент, да, этого боитесь. Вот. И это, на самом деле, очень важный момент. То есть, почему вы боитесь этого? Вот. Почему вы этого боитесь? Почему вы этого опасаетесь? Понимаете? То есть это вот то, над чем вам нужно работать. Опять же, вот при условии наличия у вас всех проблем, да, всех проблем, которые я
сказал. Вот, в принципе, я думаю, что именно так можно вам ответить. Именно так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. На этом все. На этом все. Надеюсь, что я вам помог. Надеюсь, что вам помогли мои ответы. Надеюсь, что вы получили для себя что-то интересное. Надеюсь, что вы получили для себя информацию, которая вам поможет. Вот, и надеюсь, что вы сможете эту информацию использовать для дальнейшего для дальнейшего корректирования значит своих, ну, своего поведения. Я думаю так, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.